Здрасте! С вами Забава, Забавушка Душенька, а это игра 2019 года Remnant from the Ashes. Это остаток из пепла. Нас тут ждут монстры, эпические боссы. Короче, это что-то типа Dark Souls, только без мечей. Пиу-пиу-пиу, короче. Да, не знаю, посмотрим. Время прохождения я посмотрела 14 часов, но за 20 пройдем, если пройдем. Вот, короче, я здесь, друзья мои, уже пошарилась, уже создала себе вот такого персонажа. У нас нет шрамов на лице, но зато от всего происходящего у нас поседели волосы. Да, мы седые, красивые, молодые. Все, поехали! Что делать, когда последняя надежда угасает? Это тебе предстоит узнать. Наша последняя надежда отправилась в путь по морю, пытаясь найти способ покончить с чудовищами, которые охотятся на нас уже много поколений. Способ был найден, или так нам казалось, когда дракон взмыл в небеса, словно феникс. Охваченный пламенем агонии, но наш герой так и не вернулся домой. Вместо него пришла буря, чудовище и непреодолимый, сковывающий ужас. Тебя ждет трудный путь. Буря окутала драконью башню непроходимой завесой. Пускай сам дракон мертв, но, боюсь, из его пепла что-то пробудилось. Тебе придется бороться за каждый шаг. Доберись до башни, узнай, что стало с нашим воином. Сразись с тем, что ждет внутри. О, прикольно, смотри, классно! Классно, страшно! Что касается воды, это капец, я ее боюсь. Когда последняя надежда угасает, ее место занимает новое. И так будет всегда, пока мы дышим. Вот, я хотела легкий уровень сложности поставить, тут его нету. Тут начинается от обычной. Друзья мои, я волнуюсь. Всегда перед началом какой-то игры новой для меня я прям трепещу. Я прям трепещу. Да, это мы. Ой, так. Я думала, это прыгать. Нет, а как прыгать? Я уже хотела прыгнуть. Так, хорошо. Ой, как классно, тут на альт нажала, и она сидит. Не надо ее удерживать, пока она сидит. Так. Это мы проходим обучалочку, да? Обучалочку проходим. Настойка из красного щавеля. Это расходуемый предмет. Оказывает временный эффект. Их можно найти самостоятельно, либо приобрести у торговца. Найденные расходуемые предметы сразу снаряжаются, если есть свободная ячейка. Нажмите на единичку. Так, давай. О, нажали. Так, все, я понял, где у меня здоровье. Это за мной, вы не видите хорошо, да. Вы не видите, чтобы не кричали на меня, что у тебя там здоровье мало. Да, чтобы восстановить, я уже восстановила, нажала. Да, между прочим. Восстановила, нажала. Все, это пока легко. Да. Фу. Так, может быть, яркость прибавить? Так, что там? Черт. Кто-то рычит. Так, чтобы уклониться. Так, хорошо. Давай я его буду хлестать сначала. Я без всякого уклонения его зафигачила. Все. Фу. Успокоились. А чтобы уклониться? При быстром уклонении беги расходуется выносливость. Она постепенно восстанавливается. Я что долблю? Вот дырочка есть, вот вход. Так, не кипишуем. Так,
пока они убиваются достаточно легко! Достаточно легко! О, мне надо с уклонениями, друзья мои, поработать. С уклонениями поработать. И будет нормально. Это Dark Souls как будто бы, да, но здесь будет пушка. Здесь будет пушка. Я знаю. Боже, там много всего. А здесь могу зайти? Нет, нет, нет. Хорошо. Вот пушечка бы мне не помешала, потому что... Блин, идет. Блин, увидел и идет. Так, хорошо. Ну, пока они достаточно легкие. Пока они достаточно легкие, убиваются хорошо. Убивается хорошо. Пока проблем нету. Так, я знаю, я вон туда... А, карта, вон она, карта наверху есть. Просто я смотрю, может быть, здесь что-то можно поживиться чем-то. С них, главное, ничего не выпадает. Так. Так, этот уже побольше? Вау! Так, они еще чем-то стреляют! Хорошо, 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 хорошо. Там же где-то третий еще вылазил. Я видела. Он испугался Забавки. Забавка сама тут в шоке еще. Забавка сама в шоке. Так. Ну тут я поняла уже с самого начала. Куча. Куча врагов. Правильно, правильно. Вон там наверху какая-то бяка. Она сейчас прыгнет. Она сейчас прыгнет. Он будет метать. Метать будет копья. Так, иди сюда. Так, сюда иди. Почему с них ничего не падает? Это печально. Я люблю убивать и собирать. Собирать награды для себя. Награды. Блин, у них, смотри, у них локация вообще наверху. А, здесь можно даже прятаться. Ладно. Хорошо, чтобы уклониться. Это я понял, это я понял. Я уже уклоняюсь. Уклоняться часто не буду, потому что расходуется выносливость, написали. Так. Ладно, пойдем вниз, посмотрим. Здесь, наверное, друзья мои, будут сложные боссы. Это вначале, наверное, пока нас обучают, это все легко и просто. Но потом будет попогорение страшное. Страшное попогорение. О! Так, что там? О! У него, кстати, пушка. Классная. Блин, они, по-моему, его все. По-моему, все. Мы спасем с тобой его, нет? Держись, слышишь? Спасем! Блин, ну он не выживет, походу. Он, походу, не выживет, и мы у него возьмем пистолет. Потому что его там покромсали уже. Вообще покромсали. Да. Блин, кто-то еще... О, хвост. Обернись, там хвост большой. Так. Там их нифига себе. Вот это-то вообще... Милашка. Боже мой, давай ты сама справишься, я не справлюсь с ними. Они, по-моему, меня окружают, все как да. Ай. Ай.
боже. Держитесь! О! Все будет хорошо. У нас гости! Меня спасают! Ну, меня радует, что я тут не одна. Радует, что я не одна. У меня есть помощники. Ну, как помощники. Коллеги по ней, товарищи по несчастью. Да, которые оказались среди монстров. Я знал, что ты выживешь. Ну, я красотка, да? Я сделала красивую себя. Привет! Эй, тише, тише. Тебе сильно досталось. Ты же не хочешь снова угодить в неприятности? Так, ну давай, где я? Блок 13. Здесь безопасно. Может, это единственное безопасное место. Я Уоллес. Я хотел увидеться с тобой и попросил командира. Так, почему я здесь? О, командир Форд и мистер Риглер нашли тебя снаружи и занесли внутрь. Но они сказали, что Марк не вернется. Он был... ладно, забудь. Блин, Марк, я говорила ему там потанцали. Командир сказала зайти к ней, когда проснешься. Ее комната дальше по коридору. Она подыщет тебе место. Как и всем нам. Увидимся. Поговорить с командиром Форд. О, но меня куда-то в бункер, слушай, утащили. В бункер утащили, это что такое? 15 декабря 1968 года. Лейтенант Эвелин Седер, одна из семи выживших, сумевших покинуть атолл. Нам пришлось покинуть блок 16 и отступить к блоку 13. Все остальные мертвы. Хартсгард, Невилл, Грин, Паркер, Маккензи, все они погибли. Мы единственные, кому... удалось уцелеть. Корень напал и на блок 13, повсюду останки людей и корней. К счастью, корень по какой-то причине отступил, это место заброшено. Спящих больше нет, именно для этого сюда и явился корень. Не знаю, почему я так решила, но я в этом уверена. Корень и спящие как-то связаны, я словно чувствую это. После убийства спящих корню незачем было тут оставаться. Капитан Форд, полагаю, теперь уже командир, сказал окопаться здесь, пока мы не продумаем наш следующий шаг. Он поработал с кристаллом, чтобы ничто не смогло последовать за нами с атолла. В это место есть всего несколько входов. Думаю, мы сможем защищать его столько, сколько потребуется. Черт, жаркая выдалась ханука. Так, хорошо. Здесь можно везде бегать. Может быть, видите, какой-то журнал нашли. Так, а подожди, здесь тоже какая-то кнопка была. Нет. Ладно. Ладно, там мы все прочитали, пролистали. Хорошо, пойдем искать командира. Каждый уголочек хочу побегать. Ой, поверху можно идти даже. Можно вниз спуститься. Стой. Наверное, мне поверху, да. Блин, карту мне, наверное, побольше надо сделать. Да, я правильно бегу. Вот здесь она, наверное. Да. Так-так, вы очнулись. Ну и заварушку вы устроили у ворот. И кто вы? Я командир Форд. Это моя база. А вы уж, простите, непрошенный гость. И я должна знать, кого я пускаю в блок 13. Мы уже с месяц не встречали ни одной живой души. Или вы рассказываете... Что там делали? Или отправляетесь к корню? Я, знаете, здесь же, по-моему, должна быть моя озвучка. Я голос выбирала. А почему? Ладно, потом покопаюсь. Так, я пытаюсь добраться до башни на острове. В этой башне уже давно никто не бывал. Но туда не добраться в такую погоду. Дело в том, что блок отрезан. Втащив вас... Мы были вынуждены завалить ворота. Корни повсюду. Но раз уж вы здесь, у меня есть идея. Вот что я вам скажу. Хотите уйти? Тогда сначала помогите нам. Так с чего
это я должна вам помогать? Ну, думаю, если бы мы не втащили вас, вы бы уже погибли. Ну да, кстати, они включите его и возвращайтесь. Для начала нам нужно электричество. Реактор отключен из-за бури. Восстановив его, мы сможем открыть другой выход отсюда. Ну давай, где реактор? Реактор расположен в подвале на нижнем уровне. Туда ведет лестница. Это шанс отплатить нам и получить желаемое. Ну, конечно. А почему вы доверяете мне? Потому что больше не хочу терять своих. Своих, а меня? Один из наших уже погиб там, внизу. Похоже, корень подбирается к нам. Идите к Риксу. Спросите про свой клинок. Вряд ли вы справитесь с корнями без оружия. Сделайте это для нас. И я помогу вам выбраться. Короче, я поняла, что меня не жалко. Меня не жалко. Так, ладно. Найти реактор на нижнем уровне базы. Так, это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Тут просто книжечки валялись. Я думала, может быть, поискать, что-то посмотреть. Но у меня забрали оружие. Да, я только теперь... Вау! Я только, видишь, кулаками. Ближний бой. Ближний бой. Это моя фишка. Фишка забавина. Так, хорошо, на нижнем этаже, она сказала. На нижнем этаже, иначе, говорит, отправишься к корню. Так, слушай, можно здесь куда-то зайти, еще что-то. Может быть, поговорить? Ну-ка. Привет, рад, что ты в норме. И добро пожаловать в блок 13. Ну, хоть кто-то мне рад. Так, это ты мне помог? Я постарался тебя подлатать. Что ж, ты крепкий орешек. Я Риглер, но все зовут меня просто Рикс. Твой меч, он пострадал в бою. С ним я уже ничего не смогу поделать. Когда мы тебя нашли, клинок был расколот. Просто груда металла. Кажется, Эйс говорила, что нашла в городе оружие. Может, она с тобой поделится? Говорят, она собиралась проверить реактор. Удачи тебе там. Хорошо. Ну, то есть, на карте отмечены те, с кем мы можем поговорить. Чего тебе? Так, женщины всегда злые, я поняла. Женщины всегда злые. Мужчина приветливый, он рад меня видеть, сказал. Да. А женщина сразу, чего тебе надо? Ничего мне не надо. Вот сюда я еще могу кому-то подойти, видимо. Кому-то подойти, что-то сделать. Меч сказали! Моему мечу хана. Так. А это что такое? Я, короче, бегу не туда, я поняла. Мне нужно найти реактор на нижнем уровне. На нижнем уровне. А тут будет как-то подблескивать то, что я могу нажать. Нет? Давай просто по базе пошаримся, посмотрим. Это тот мужик, где я была. Я поняла, я это все оббежала уже 10 раз. Так, хорошо. Хорошо. А, ну пойдем в ту дырку зайдем. Двери для нас открыты. Я все-таки надеюсь, что будет что-то поблескивать. Что-то поблескивать будет. Хорошо? Хорошо. Так. Вот еще кто-то стоит. Рад видеть новое лицо. Привет. Привет. Реактор за дверью и вниз по лестнице. Давай, держись там. Ой, спасибо. Какие здесь хорошие мужчины. Я говорю, это просто прелесть. Так, за дверью он сказал. О, это что такое, смотри. Управление, уровень 1. Вот он, реактор мне надо, B1. B1. Какой космос. Я надеюсь, здесь-то уж чудовищ не будет. Но это же зона защищена, здесь же люди. Здесь же ступут. Так, B1, там B2. Вот, мы на B1, нам надо сюда. Найти реактор. Да. Черт, Лес, где же ты? Если все это просто глупая шутка, я. Так, меня уже, по-моему, кто-то ждет.
Так, это кто? Что? Чтоб тебя, я чуть... Ах, у меня аж душа в пятки ушла. Сюда редко кто заходит. Ты не из местных, да? Я Эйс. Эйс Катерил. А ты? А я еще реактор. Да? Да. Что ж, ты у цели. Но эту рухлядь опасно включать. Так, знаешь, как включить реактор? Ну нет, конечно. Ну, эта штука будет чертовски шуметь. Это надо иметь в виду. К счастью, все, что требуется, нажать кнопку на терминале над нами. Я бы и сама могла, но кто знает, что за твари бродят вокруг. Но раз мы вдвоем, может, и справимся. Давай поможешь, а? Ладно, у меня есть план. Ты идешь наверх и врубаешь реактор. Я помогу, если кто нападет. Ой. Тебе, наверное, нужно оружие, да? Да. Погоди, сейчас поищу. Что это? Выберите класс! Охотник! Охотник, мастер боя на дальней дистанции, специализирующийся на точной стрельбе, владеет сверхточной охотничьей винтовкой, надежным скорострельным пистолетом и универсальным кустарным мечом. Способен уничтожить большинство целей еще до того, как те приблизятся на опасное расстояние. В распоряжении охотника также имеется модификация метка охотника, которая помечает врагов, позволяя охотнику и его товарищам видеть цели сквозь стены. Кроме того, модификация увеличивает шанс нанесение критического урона по отмеченным целям. Нифига себе. Так, это... Отступник. Специалист поддержки и боя на средней дистанции, вооруженный мощной двустволкой, надежным скорострельным пистолетом и смертоносным кустарным топориком. Отступник контролирует среднюю дистанцию, снося врагов шквальным огнем. В арсенале отступника также есть аура восполнения, модификация, которая постепенно восстанавливает здоровье всех союзников. Но мне охотник больше нравится. А это... Утильщик? Эксперт по бою на ближней дистанции. Мощный дробовик, надежный скорострельный пистолет и огромный кустарный молот делают утильщика лучшим в боях лицом к лицу с врагом. Кроме того, утильщик владеет модификацией огненный выстрел, который наделяет боеприпасы силой огня, позволяя поджигать врагов. Короче, дальняя, средняя и ближняя дистанция. Слушай, охотник. Я на дальней дистанции, на точной стрельбе. Да! Вот так. Это нам поможет. Пора запускать реактор. Хватит терять время. Понял, так. Ружьишко есть? Прицеливаться я могу вот так. А как переключаться? А, переключаться вот так. Это винтовка. Винтовка и пистолет. Все, я готов! Так, запустить терминал над реактором. Хорошо. Терминал над реактором. Слушай, это, наверное, куда-то надо мне идти выше. И что-то там запускать. Правильно, правильно. Да, вот, вот, по-моему, какой-то компьютер стоит. Какой-то компьютер. Боже мой. Сейчас начнется рев, она сказала. Он очень громко запускается. Так, пульт управления. Несанкционированное использование данного терминала запрещено. Обратитесь к протоколу. Давай. Так, запустить реактор. Открыть журнал ошибок. Запустить. Давай, запустить реактор. Боже мой, я что-то запустила. Так, у нас гости! Мне, наверное, надо бежать, идти к ней. Чтоб кого-то там, я же на длинном расстоянии могу бить. Так! Хорошо, Каефна, где еще? Перезарядить нажми. Она куда-то у меня убежала, слушай, я сверху могу. Ой, как классно, слушай! Так, перезаряжай, перезаряжай! Вот эта жара пошла классная! А у меня меч! Ой, я что-то могу даже собирать! Патроны для пистолета! Так, хорошо! Да ты так не бегай, херова туча! И херова туча вообще! Так, 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 так. Здесь могу что-то, что-то типа кого-то. Нет, нет. Перезаряди, хорошо. Ну вот с пушкой мне, конечно, гораздо легче, гораздо легче.
А что не ближняя дистанция? Мне не нужна эта ближняя дистанция, вонючая. Так, она где-то... Вон идет! Хорошо! Здесь них с определенных! Так, я куда-то ухожу от тебя, подожди, мне надо тебе помочь! Я сейчас спущусь, она, по-моему, вниз опять ушла у меня! Напарник-то мой, напарник! Конечно! Так! Так, давай! Хорошо! Так, собирай, что это? Патроны, лом. Потом, видимо, можно как-то... Может быть, патроны создавать можно? Вау! Мне нравится, прикольно. Пока... Так, это я помогла. Нет, хорошо, что я выбрала охотника на дальние расстояния. Хорошо, мне нравится. Не люблю близкий контакт вообще нигде. О, ну как я? Ха, вот, так-то лучше. Ну? Ты хорошо сражаешься. Конечно. Правда хорошо. Не зря Форд тебя прислал. Давай, поспеши к Форду. Заглядывай в мой магазин, ладно? Получишь скидку за доблесть в бою. Магазин? Вернуться командиру Форда? Ладно, сейчас вернемся. Я просто хочу посмотреть, может быть, где-то я убила, и тут валяются патроны? Ну, хотя вряд ли. Так, мне нужно куда? Это я наверх зашла? А как я сюда заходила? Ты мне скажи, пожалуйста. Как я сюда заходила? Я заходила вот по этой штуке, по-моему, да? Да. Я заходила наверх. Я же спускалась на B1 уровень. Спускалась. Теперь давай вернемся к командиру Форду. Она где-то наверху. Да, она вот здесь. Да. Хорошо, что здесь стало посветлее. Ты рискуешь многим ради тех, кого не знаешь. Моя миссия важнее любых рисков. Да, мне нужно просто продолжать путь, кстати. Ах, да. Ты же пытаешься попасть на тот островок, да? Когда слухов мало, они разносятся быстро. Послушай, мы не так давно знакомы, но я хочу помочь. Сама судьба ведет тебя, понимаешь? Ты наверняка спасешь наш мир. Я попробую. Так держать. Вот. Пусть будет у тебя. Немногим удается сохранить доброту в таком мире. Драконье сердце? Эта безделица отгонит даже смерть. Хоть и ненадолго. Захочешь еще чего-нибудь прикупить для своих походов? Заходи. Ой, здесь свое место. Мы вдвоем продаем много ценного. Но этот камень тебе подарок. Береги его. Там надо потом посмотреть. Да, кстати, почему ты так добр со мной? Потому что остальной мир жесток. Ой, жесток. Должен же быть баланс. Его нету. И еще. Эллен, то есть командир, знает про этот остров больше, чем говорит. А спроси-ка ее об основателе блока 13. Не лучшее время для визита в блок 13. Драконье сердце восполняет потерянное здоровье. После нескольких применений предмет лишается целительной силы. Заряды драконьего сердца пополняются во время отдыха у контрольной точки, а также после гибели персонажа. Это драконье сердце — это мое здоровье. Кьюху, ладно. Ладно, не понял. Не лучшее время для визита в блок 13. Так, мне пока не надо нажать. Зачем я буду нажимать сейчас расходовать свое драконье сердце? У меня же это... У меня все полно. Я, кстати, потом в следующей серии мои хорошие пересяду, потому что за мной есть информация о моем здоровье и вот эти вот... Рад видеть новое лицо.
Ты что, опять начал то же самое? И что я хотела сказать-то? И субтитры, да, идут, записи, ответы на вопросы. Так, кстати, а вернуться к командиру Форду, она где? Тут очень много на карте вот этих значков, куда можно ходить. А они подсвечивают тот, который мне нужен. А с учетом моей памяти я забываю вообще, где я находилась, нахожусь и буду находиться. Поэтому это для меня сложно. Вот оно. Рада, что вам удалось включить реактор. Да. Вижу, Реджи дал вам драконье сердце. Да. Он бы не расстался с таким мощным артефактом без веской причины. Ну, он считает, что меня ведет судьба, между прочим. Полагаю, он сказал, что я вам помогу. Что ж, Реджи хоть и простоват с виду, но редко ошибается в людях. Вы доказали, что вам можно доверять. Взамен я хочу помочь вам. Ну, кстати, я не буду отказываться. Мне пригодится любая помощь. Вряд ли вы долго протянете без помощи. Рикс и Маккейб внизу выдадут вам снаряжение. Ступайте. Затем зайдите ко мне. Улучшить снаряжение с Риксом в арсенале. Блин, хорошо, улучшить мне надо, она сказала, ступайте вниз. Вниз это вниз. Ладно, надо запомнить, что командиры наверху. Вон, наверное, Рикс стоит. Он, наверное, это Рикс. Ой, вон там он. Так, стой, я вижу просто какого-то нового. Да, или нет? Почему-то я просто подумала, что вот этот ты, нет? Эй, Форд хочет тебя видеть. Не заставляй ее ждать. Нет, я только что от нее. Нет, это не Рикс. Где ты? Ты кто? А, по-моему, здесь. Что? Что? Вот, Форд говорила, что у тебя есть снаряжение для меня. Так, давай вот так, и тебе привет. Я в курсе, что ты хочешь. Командир уже приходила. Раз Форд хочет, чтобы я тратила время на каждого встречного, давай поговорим. Я Маккейб, инженер. А ты заноза в моей заднице. Я тебе не мелкая лавочница. Я не улучшаю всякий мусор. Ой, короче, проехали, ладно. Ну ладно. Ладно, глянем, что у нас тут. Я думала, пока Рикс... что это все. Неси детали, и я сделаю еще. За плату. Ух ты. А теперь проваливай. Меня утомил твой треп. Сама треплица стоит. Я думала, Рикс это мужик. Я к мужику бежала. Так, ну и характер у тебя... Это Маккей вообще? Да, да. Модификаторы. Модификация используется для усиления стрелкового оружия. Установив модификатор, необходимо зарядить его, нанося урон врагам выбранным оружием. Когда индикатор зарядки будет заполнен, нажмите F, чтобы активировать модификатор. Боже мой, это как бы запомнить-то еще. Некоторые модификаторы активируются сразу. Другие делают доступным дополнительный режим ведения огня, позволяя производить смертоносные выстрелы. Чтобы установить модификатор, откройте рюкзак, затем выберите подходящее стрелковое оружие и нажмите X. Так, нажмите, откройте рюкзак. Откройте рюкзак, это где? Это рюкзак вот. Так у меня нету ничего в рюкзаке. Нету, я же еще ничего не добыла, между прочим. Ничего не добыла. Злая... Злая! Так, ладно. Улучшить снаряжение... А, с Риксом. Ты кто? Ты не Рикс? Привет. Спасибо за электричество. Форд рассказала о твоей помощи и приказала подготовить тебя к вылазке в город. Возможно, твой клинок все-таки пригодится. Дай-ка его сюда. Вау! Это Рикс. Это Рикс, надо запомнить. Рикс улучшит ваше оружие и броню, если принести ему найденные или полученные за убийство врагов материалы. По мере улучшения оружия и брони вы сможете давать отпор все более сильным противникам. Хорошо. Хорошо. Как мы с тобой поступим? Смотри, у меня есть кустарный меч. Я хочу улучшить кого? Нет. Я хочу улучшить...
А у меня же будет расходоваться, да? Давай я пистолетик. Пистолетиком я пока стреляю, а урон... Нет, давай урон вот этот хочу. Урон улучшить вот здесь. Да, охотничью винтовку. Да. Ну да, давай. Хорошо, все, у меня недостаточно. Недостаточно средств. Ладно, в следующий раз я буду качать вот ту штучку, броня. Броню могу улучшить. У меня есть курточка, и ну, стреляют обычно не по ногам, стреляют обычно по верху, поэтому давай ее. А что, нельзя? Наверное, нельзя, это куртка авантюриста. Нет у меня никого. Не хватает, не хватает. Что ж, так лучше. Вот. В общем, возьми это. Вещь не самая прочная, но хоть какая-то защита. А, вот так. Теперь получше защищает. О! Вот мелочь, а поможет. О! Ну да, я охотник. Охотница. Охотница за мужскими слезами, хотел сказать, сердцами. Так. Так, ты можешь чем-нибудь поделиться? Давай, давай, еще. Запасов у нас, конечно, немного, но на добро мы отвечаем добром. Заходи, если нужно будет улучшить оружие. Теперь-то Форд пустит тебя в город. Надеюсь, тебя там не поджидают полчища коряк. Так, хорошо, вернуться к командиру Форду опять. Так, да, это все, что у меня есть. В рюкзаке у меня что, нифига. Так, это все, что у меня есть, я поняла. Таланты, таланты, очка нету. Очков нету. Нету. Давай вернемся к командиру Форду. Надо запомнить, слушай, где находятся вот эти мои улучшалки. Где находятся улучшалки? Давай запоминать, забавка. Смотри, мы где-то внизу. Раз. Где-то внизу. О, это что такое? А, это просто... Просто, ладно, это мы где-то внизу. Мне нужно командиру Форду, она наверху. Она наверху. Все, пойдем. А это я бегу туда, туда и туда. Все! Все, чисто визуально, но я постаралась запомнить чисто визуально, не знаю. Не знаю. Так, командира, командира сидит наверху. Давай. Они меня готовят к чему-то, вообще капец. Готовят к жизни, жизни среди монстров. Среди монстров. Ну, с пушкой мне не страшно, между прочим. С мечом я не так хорошо владею, а с пушкой не страшно. Вижу на вас новое снаряжение. Рикс и Маккейб знают свое дело. Надеюсь, это поможет вам в пути. Мы пока не можем открыть ворота, но основатель блока 13, мой дед, дал мне этот ключ. Сказал использовать ее только в крайнем случае. Что ж, этот случай настал. Учитывая, что вы пошли на риск, чтобы помочь нам, думаю, вы подходите. Вот, возьмите карту. В главном зале внизу есть терминал. Вставьте в него карту. Если повезет, мы включим эту штуку. Кстати, мои хорошие, когда я создавала персонажа, я хотела создать что-то типа наподобие вот этой. Да, такая уже возрастная, побитая жизнью, со шрамами, седая вот такая. Но потом остановилась, чтобы вашему глазу было приятно на молодой. Но вообще хотела вот такую. И слава богу, что не создала, потому что мы бы были одинаковы, было бы совсем неинтересно. Так, ладно, а если она взорвет нас ко всем чертям? Ну... Надеюсь, этого не случится. Хорошо. Так, хорошо. Что нужно-то ключ-карту куда-то вставить? Боже мой. Почему у меня задание не видно? У меня не видно задание. Так. Ладно, пойдем. Надо вставить ключ-карту. И откроется какая-то дверь. Какую-то дверь я видела где-то... О, это что? Смотри, горит красным. Что-то здесь. Может, ключ-карту? О! Да! Так, что это такое? Система заблокирована. А как сюда вставить какой-то ключ и так далее? О! Вот! Хи! Можно тебя?
Так, хорошо. Что это мы опять? Доступ, чтобы продолжить, нажмите любую кнопку. Команда административный терминал блока 13. Доступ разрешен. Загрузка. Так. Эд кристалл. Блин, когда играла в лисичку, там такие же были кристаллы. Потрясающе, не правда ли? Я читала об этом, но никогда сама не видела. Этот красный глаз может быть нашим единственным путем во внешний мир. Хотите выбраться отсюда? Это ваш шанс. Так, давай, вы упомянули основателя. Прежним командиром был мой дед. Его называют основателем блока 13. Когда Корень впервые напал, он собрал людей здесь, в блоке 13. Он пытался узнать, откуда взялся Корень. Провел много времени в поисках. Однажды он не вернулся. Я так и не узнала, что с ним стало. Вы думаете, он еще жив, да? Он знал внешний мир лучше любого из нас. Мне проще думать, что он погиб. Снаружи блока 13 есть комната. Записи в ней могут помочь в его поисках. Он мог быть последним, кто знал, как добраться до Атолла. Послушайте. Я знаю, вам и всем остальным было нелегко. Но вы справились ради нас. Я благодарна. Если захотите вернуться в блок 13, мы всегда будем вам рады. Блок 13. Пойдем пока. Активируем, наверное, подойти к нему надо. Да! Использовать контроль! А, это сохранялка? Или что это такое? Режим выживания. Открыт режим выживания. Чтобы перейти в режим выживания, отправляйтесь в блок 13. Воспользуйтесь камнем мира и откройте настройки мира. Боже мой. У Забавки сейчас мозг взорвется. Быстрое перемещение в другую зону. Блок 13. Вот. Во, убежище основателя. Это туда? Да, готово. Это через камень. Через камень мы в блок 13 перемещаемся. Так подожди, он был там закрыт, я бегала. Он был, блок 13 был закрыт. Но может быть я как раз миную эти дверные замки? О! Вот это да, обыскать убежище основателя. Давай. Давай. Вот все, что касается обыскать, это я люблю. Так, у тебя кто вообще? У тебя да, у меня. Давай я попробую винтовочкой своей поработать, потому что я ее прокачала. Она у меня самая прокачанная пока. Давай сегодня вот так еще. Блин, давай еще посмотрим, что здесь можно найти. О! Это что? Масляный тоник? Ключ-карта от блока 13! Во! Во! Ключ-карта! Я туда забегала. Она была закрыта, да, там нужна ключ. О, а это что такое? Контрольная точка, в смысле? А, вон там контрольная точка. Всё, это я поняла. Я думаю, нажать что-то можно. Это что такое? Ой, какая-то записняк, какая-то фотографии. Ляпота. О! Ну вот эти, кстати, на нас нападают, может быть, как раз их тут изучают. Изучают, конечно. Так, здесь могу что-то типа... Нет, не могу, хорошо. Блин, я не хочу там выходить на улицу. Боже. Там их полно. Давай попробуем, давай сегодня посмотрим еще. Как я здесь могу кого мочкануть? Ну, ключ-карту я взяла. Надо ли мне быть здесь? Именно сражаться вот с этими? Вот они. Вау!
Вау, винтовка, как кайфно! Они даже меня не видят! Вход в зону! Ферфью какой-то. Они даже меня не видят, я их издалека уже мочу, представляешь? Это что такое? Патроны для винтовочки, да. Ну, давай пошаримся сегодня. Ой, классно. Не знаю, мои хорошие, мне игра нравится. Пиши, как вам. Пиши. Мне нравится. Ну, пока мне еще шубу тут не заворачивает, мне нравится. Так. Тоник. То есть все лутать ходить надо, потом будем прокачиваться. Но я думаю, что здесь так это и надо делать. Так. Что-то он мне как-то тяжко бежит. Так, контрольная точка. Так, здесь я могу выйти? Не могу, хорошо. Хорошо. Так. Я вижу, вдалеке они еще ходят, вдалеке ходят. Ну что это, блин? Наверное, это как раз такие места? Ой! А как? Чтобы уклониться, так ты нажимай! Так себе! А как кровотечение остановить? Справилась! Так справилась! Но она говорит, у меня кровотечение, а как его? Остановить как кровотечение, ёлки-палки. Перебинтоваться. Ну пока, слушай, она остановилась, кровотечение остановилось. Давай я. Я восполнила здоровье, не знаю. Но меня смущает. Или то, что меня до конца тут зашибут, кровотечение у меня будет на минимуме. Блин. Ну, не знаю, мои хорошие, не знаю. Ладно, давай погоняем еще здесь. О, это что такое? О, я прям куда-то пришла к красной точке. Прям куда-то пришла, слушай. А, красной точки на карте, она очень страшная. Контрольная точка! Да! Вот это мне нравится! Да, вот это мне нравится! Это как в Dark Souls, и они садятся возле костерка. Да, во время отдыха персонаж пополняет боеприпасы и заряды драконьего сердца, однако все убитые обычные враги возрождаются, да? Ну и ладно, пусть возрождаются. Ладно, мои хорошие, вот посмотрели немножко. Ну как немножко, серия получилась тоже хорошая. По продолжительности. В общем, пиши, понравилось, не понравилось, будем проходить, не будем, смотрел, не смотрел, вообще кайфная игрушка или нет, может быть, какие-то пожелания, какие-то советы мне напишешь, да, пиши обязательно, потому что я путаюсь, но я разбираюсь. Сейчас мы оказались в подземелье, следующую серию продолжим именно отсюда, посмотрим, что здесь такое. Но с ружьем, с винтовкой мне ничего не страшно, да, гораздо сложнее для меня мечом, хлестаться мечом, да. Опросы теперь будут, мои хорошие, в сообществе в ВК, поэтому обязательно переходи туда и голосуйся. И голосуй, да, все, пока, поцеловала, обняла, ушла. Люблю, мои хорошие, пока.